Этот сезон для вахтанговцев юбилейный. Нашему театру исполнилось 100 лет. Пожалуйста, отключите мобильные телефоны. Аудиозапись, фото и видеосъемка запрещены. Спасибо. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем, и за тебя я пью, за ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас. Когда я называю по привычке друзей моих заветных имена, всегда на этой странной перекличке мне отвечает только тишина. Анна Ахматова. Стихи разных лет. Читая Гамлета. У кладбища направо пырил пустырь, а за ним глубела река. Ты сказал мне, ну что ж, иди в монастырь или замуж за дурака. Принцы только такое всегда говорят, но я эту запомнила речь. Пусть струится она 100 веков подряд горностаевой мантии с плеч. И как будто по ошибке я сказала «ты». Озарила тень улыбки милые черты. От подобных оговорок всякой вспыхнет взор. Я люблю тебя, как 40 ласковых сестер. Как велик простая учтивость, подошел ко мне, улыбнулся полуласково, полулениво поцелуем руки коснулся, и загадочных древних ликов на меня поглядели очи. 10 лет замираний и криков, все мои бессонные ночи я вложила в тихое слово и сказала его напрасно. Отошел ты, и стало снова на душе и пусто, и ясно. Дверь полуоткрыта, веют липы сладко, на столе забыты хлыстик и перчатка, круг от лампы желтый шорохом внимаю. Отчего ушел ты? Я не понимаю. Радостно и ясно, завтра будет утро. Эта жизнь прекрасна. Сердце будь же мудрым. Ты давно устала. Бьешься тише, глуше. Знаешь, я читала, что бессмертны души. И мальчик, что играет на волынке, и девочка, что свой плетет венок, и две в лесу скрестившихся тропинки, и в дальнем поле дальний огонек. Я вижу все, я все запоминаю, любовно кротко в сердце берегу.
Лишь одного я никогда не знаю и даже вспомнить больше не могу. Я не прошу ни мудрости, ни силы. О, только дайте греться у огня. Мне холодно, крылатый и бескрылый, веселый бог не посетит меня. Сжала руки под темной вуалью, отчего ты сегодня бледна, от того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот. Я бежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка! Все, что было, уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру. Хочешь знать, как все это было? Три в столовой пробила и, шатаясь, держась за перила, она словно с трудом говорила: «Это все, ах, нет, я забыла, я люблю вас, я вас любила еще тогда». Да, песня последней встречи. Там беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось много ступеней, а я знала, их только три. Между кленов шепот осенний прошептал со мной: «Умри! Я обманут моей постылой, переменчивой злой судьбой!» И я ответила: «Милый, милый, и я тоже умру с тобой. Это песня последней встречи». Я взглянула на темный дом, только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем. Вечером звенела музыка в саду таким невыразимым горем. Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду. Он мне сказал: «Я верный друг», и моего коснулся платья. Как не похожи на объятия прикосновения этих рук! Так гладят кошек или птиц, так на наездниц смотрят стройных. Лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц. Мне с тобою пьяным весело, смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную забрели, горько каемся. Но зачем улыбкой странною и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и беспутного, и нежного. Надпись на неоконченном портрете: «О, не вздыхайте обо мне, печаль преступная, напрасно! Я здесь, на сером полотне, возникла странно и неясно, взлетевших рук и злом больной, в глазах улыбка исступления. И я не могла бы стать иной пред горьким часом наслаждения. Он так хотел, он так велел словами горькими и злыми
Мой рот тревожно заолел, еще не стали снеговыми, и нет греха в его вине. Ушел, глядит в глаза другие, но ничего не снится мне в моей предсмертной литургии. Сероглазый король, слава тебе, безысходная боль. Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой, за ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу, а за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля. Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам. По стенам цветы и птицы томятся по облакам. Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. Навсегда забиты окошки, что там, изморозь или гроза. На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. О, как сердце мое тоскует, несмертного часа жду. Ну, а та, что сейчас танцует, непременно будет в аду. Александру Блоку. Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень, воскресенье, тихо в комнате просторной, а за окнами мороз и малиновое солнце над лохматым сизым дымом. Как хозяин молчаливый ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожный, в них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье в доме сером и высоком у морских ворот Невы. Покорно мне воображенье в изображении серых глаз. В моем тверском уединении я горько вспоминаю вас. Прекрасных рук счастливый пленник на левом берегу Невы, мой знаменитый современник. Случилось, как хотели вы. Вы, приказавший мне довольно, пойди, убей свою любовь. И вот я таю, я безвольно, но все сильнее скучает кровь. И если я умру, то кто же мои стихи напишет вам? Кто стать звенящими поможет еще несказанным словам? Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу.
и долго перед вечером бродить, чтобы утомить ненужную тревогу, когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной. Слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной, но прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый конь, мурлыкает и кот умильно, и яркий разгорается огонь на башенке озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. Если в двери мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Стихи о Петербурге. Вновь Исаки в облачении из литого серебра стоит в грозном нетерпении конь великого Петра. Ветер душный и суровый с темных труб сметает гарь, а к своей столице новой недоволен государь. Сердце бьется ровно, мерно, что мне долгие года, ведь подарки на галерной наши тени навсегда. От того, что рядом встали мы в блаженный миг чудес, в миг, когда над летним садом месяц розовый воскрес. Мне не надо ожиданий у постылого окна и томительных свиданий, вся любовь утолена. Сквозь опущенные веки вижу, ты со мной, и в руке моей навеки нераскрытый веер мой. От того, что рядом встали мы в блаженный миг чудес, в миг, когда над летним садом месяц розовый воскрес, мне не надо ожиданий у постылого окна и томительных свиданий, вся любовь утолена. Ты свободен, я свободна, завтра лучше, чем вчера. Над Невою темноводной, под улыбкою холодной императора Петра. Все как прежде. В окна столовой бьется мелкий метельный снег, и сама я не стала новой, а ко мне приходил человек. Я спросила, чего ты хочешь? Он сказал, быть с тобой в аду. Я смеялась. Ах, накличешь на обоих, пожалуй, беду. Но поднявши руку сухую, он слегка потрогал цветы. Расскажи, как тебя целуют. Расскажи, как целуешь ты. И глаза, глядевшие тускло, не сводил с моего кольца. Ни один не двинулся мускул просветленно злого лица. О, я знаю, его награда напряженно и страстно знать, что ему ничего не надо, что мне не в чем ему отказать. 21-я ночь, понедельник, очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от ленности, и от скуки все поверили, так и живут, ждут свиданий, боятся разлуки, и любовные песни поют. Но и ныне открывается тайна, и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех
бам, все как будто больна. О, жизнь, или лучше нам свежесть слов. Это мне очень нравится, потому что перекликается с Пушкиным. Нам свежесть слов и чувство простоту терять не только что живописцу зрение или актеру голос и движение, а женщине прекрасной красоту. Но не старайся для себя хранить тебе дарованное небесами, осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников злорадное глумление и равнодушие толпы. Пушкин – поэт. Поэт, не дрожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодный. Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь! Живи один, дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград. За подвиг благородный, а не в самом тебе, ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд, ты им. Доволен ли взыскательный художник? Доволен. Так пускай толпа тебя бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит и в детской резвости колеблет твой треножник. И Пиндемонти, недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу, что отказали боги мне в светлой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горе мне, свободна ли печать, морочит Олухов, и чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите, слова, 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 иные, лучшие потребны мне права, иная, лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для левреи не гнуть ни помыслов, ни замыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и предсозданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права. Так, вернемся к Ахматовой.
сказка о черном кольце. Мне от бабушки татарки были редкостью подарки, и зачем я крещена, ой, как гневалась она, а перед смертью подобрела, и впервые пожалела, и вздохнула. Ах, года, вот и внучка молода, и, простивши нрав мой вздорный, завещала перстень черный. Так сказала он по ней, с ним ей будет веселей. Я друзьям моим сказала, горе много, счастья мало, и ушла, закрыв лицо, потеряла я кольцо. И друзья мои сказали, мы кольцо везде искали, возле моря на песке и меж сосен на лужке. И догнав меня в аллее, тот, кто был других смелее, уговаривал меня подождать до склона дня. Я совету удивилась и на друга рассердилась, что глаза его нежны, и зачем вы мне нужны? Только можете смеяться, друг пред другом похваляться, да цветы сюда носить, всем велела уходить. И, войдя в свою светлицу, застонала хищной птицей, повалилась на кровать сотый раз, припоминать, как за ужином сидела, в очи темные глядела, как не ела, не пила у дубового стола, как под скатертью узорной протянула перстень черный, как взглянул в мое лицо, встал и вышел на крыльцо. Не придут ко мне с находкой. Далеко над быстрой лодкой заолели небеса, забелели паруса. Мне голос был, он звал утешно. Он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда, я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушный спокойно руками я замкнула слух, чтобы ты речью недостойной не осквернился скорбный дух. Не с теми я, кто бросил землю на поругание врагам, их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам, и так же жалок мне предатель. Как заключенный, как больной, темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой, а здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но в жизни нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я тогда была с моим народом, там, где мой народ к несчастью был. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском качался
возле тюрем своих Ленинград. И когда, обеззубев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе шла, в темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла, на губах твоих холод и конки, смертный пот на челе. Не забыть, буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. Тихо льется тихий дом, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Нет, это не я. Это кто-то другой страдает, я бы так не смогла. А то, что случилось, пусть черные сукна закроют, и пусть унесут фонари ночь. Рассказать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, как трехсотая, с передачью под крестами будешь стоять и слезою своею горячую новогодний лед прожигать. Здесь тополь тюремный качается, и ни звука. А сколько там неповинных жизней кончается. 17 месяцев кричу, зову тебя домой, кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать теперь, кто зверь, кто человек, и долго ли казни ждать, и только пыльные цветы, да звон один, да следы куда-то в никуда, и прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда. К смерти ты все равно придешь, зачем же не теперь? Я жду тебя, мне очень трудно. Я погасила свет и отворила дверь тебе, такой простой и чудный. Прими для этого какой угодно вид. Ворви с отравленным снарядом, или с гирькой подкрадись, как опытный бандит, или отрави тифозным чадом, или сказочкой, придуманной тобой и всем до тошноты знакомой, чтоб я увидела верх шапки голубой и бледного от страха управдома. Мне все равно теперь. Клубится Енисей, звезда полярная сияет, и синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает. Распятие.
Не рыдай меня, мати, во гробе зряще. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас, и ту, что едва до окна довели, и ту, что родимой не чует земли, и ту, что красивый, тряхнув головой, сказал, сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть также они поминают меня в канун моего поминального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а там, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь забыть грохотание черных Марусь, забыть, как постылая грохала дверь, и выла старуха, как раненый зверь, и пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли. Нечасто я у памяти в гостях, да и она всегда меня морочит. Когда спускаюсь с фонарем в подвал, мне кажется, опять глухой обвал уже по узкой лестнице грохочет, фонарь чадит, вернуться не могу, но знаю, что иду туда к врагу, и я прошу как милости. Но там темно и тихо. Мой окончен праздник. Уж 30 лет, как проводили дам. От старости скончался тот проказник. Я опоздала. Экая беда. Нельзя мне показаться никуда. Но я касаюсь живописи стен и у камина греюсь. Что за чудо? Сквозь эту плесень, этот мрак и тлен, зеленых два мелькнули изумруда. И кот
мяукнул. Но идем домой. Но где мой дом? И где рассудок мой? Не мудрено, что невеселым звоном звучит порой мой непокорный стих. И что грущу, уже за флигетоном 3/4 товарищей моих. А вы, друзья, осталось вас немного, мне оттого вы с каждым днем милей. Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех длинней. О, муза плача! Комаровские наброски Марины Цветаевой. Эпиграф. И отступилась я здесь от всего, от земного всякого блага, духом хранителем мести сего стала лесная коряга. Все мы немного у жизни в гостях. Жить — это только привычка. Чудится мне на воздушных путях двух голосов перекличка. Двух, а еще у восточной стены в зарослях крепкой малины темная свежая гроздь бузины. Это письмо от Марины. Приморский сонет. Здесь все меня переживет. Все, даже ветхий скворечник и этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет с неумолимостью нездешней, и над цветущей черешней сиянье легкий месяц льет. И кажется, такой нетрудной велеет чаще изумрудной дорога, не скажу куда. Там средь стволов еще светлее, и все похоже на аллею у царскосельского пруда. И рог на бронзовой цепочке.
в ночном платке, об одном платочке, глазами сонными жена сердито смотрит из окна на сбор, на встанную тревогу. А мужу подвели коня, он холку хватит в стремя ногу, кричит жене: «Не жди меня!» и выезжает на дорогу. В последних числах сентября, презренной прозой говоря, в деревне скучно. Грязь, ненастье, осенний ветер, мелкий снег, двое волков. Но то-то счастье охотнику, не зная нет. В отъезжем поле он горцует, везде находит свой ночлег, бронится, мокнет и пирует опустошительный набег. А что же делает супруга? Одна. В отсутствии супруга. Занятий мало ли есть у ней. Грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в амбар и погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен, он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша, ой, я забыл ей имя дать, муж просто звал ее Наташа. Но мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась, а затем, что не в отеческом законе она воспитана была, да, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном, перед ней открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» и «Переписка двух семей». Роман классический, старинный, отменно длинный, нравоучительный, чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но после как-то отвлеклась. Перед окном, возникшей дракой, козла с дворовой собакой. И ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали, между тем печально под окном индейки с криком выступали во след за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже. Шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже, казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Друзья, кто долго жил в глуши печальной, друзья, тот верно знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый товарищ юности удалый? Уж не она ли, Боже мой? И вот ближе сердце бьется, но мимо звук несется слабее и смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону бежит, обрадованно звону глядит и видит, за рекой у мельницы коляска скочит. Ой, на мосту к нам точно нет. Поворотила влево вслед, она глядит и чуть не плачет, но вдруг, о, радость, Кособор, коляска на бок, Фенька, Васька, кто там, скорее, вон там коляска, скорее везти ее на двор, а барина просить обедать, вот жив ли он, спеши пробегать, скорей. Слуга бежит, Наталья Павловна спешит, взбить пышный локон, шаль накинуть, задернуть завис, стул подвинуть. И ждет.
Ну? Ну, скоро ли мой дворец? Вот, едут, едут, наконец. Забрызганный в дороге дальней, опасно раненый, печальный, кое-как тащится экипаж, вслед барин молодой хромает, слуга француз не унывает. И говорит: алло, кураж! Вот у крыльца, вот в сине входит, пока мисс барина теперь покой особенный отводит. И настежь отворяют дверь, пока слуга крестит, хлопочет, а барин одеваться хочет. Сказать ли вам, кто он таков? Граф Мулин. Из чужих краев, где промотал он вихри моды, свои грядущие доходы, себя казать, как знатный зверь, в Петрополь едет он теперь с запасом фраков и жилетов, шляп, пирог, плащей, корсетов, запонок, ларнетов, цветных чулков, платков, ажур с ужасной книжкой Гизота, с тетрадью злых карикатур, с романом новым Вальтер Скотта, с Боумо парижского двора, с мотивами Руссини, Пера, с ужасной песней Беранжера, эцетера, эцетера. Уж стол накрыт! Давно пора! Хозяйка ждет нетерпеливо. Дверь отворилась. Входит граф. Наталья Павловна, привстав, осведомляется учтиво, каков он, что нога его. Граф отвечает: ничего. Идут к столу, вот он садится, к ней подвигает свой прибор и начинает разговор. Святую Русь бронит, девица, как можно жить в ее снегах? Жалеет о Париже страх, а что театр? Сироти, Собьяновой, Софепети, Тальма, совсем оглох, слабей, и мамзель Марс, увы, стареет. Зато Путье, Легран Путье, он славу прежнюю в народе до ныне поддержал один. Какой писатель нынче в моде? Фёдоренко и Ламартин. У нас им тоже подражают. Нет, право, так у нас умы уж развиваться начинают. Дай Бог, чтоб просветились мы. Как талии носят? Очень низко. Почти до, вот, до этих пор. Позвольте видеть ваш убор. Так, рюши, банты. А, здесь узор. Все это к моде очень близко. Мы получаем телеграф. Ага, хотите ли послушать прелестный водевиль граф поет? Да, граф, изволишь кушать, я сыт и так. Из-за стола встают. А хозяйка молодая чрезвычайно весела. Графа Парижа забывая, девица, как она мила. Проходит вечер неприметно, граф сам не свой. Хозяйке взор то вдруг потуплен безответно, то вдруг искрится искрометно. Глядишь, и полночь уж на двор. Давно храпит слуга передний, давно поет петух соседний. В чугунную доску сторож бьет. Гостиные свечи догорели. Наталья Павловна встает, пора, прощайте. Жду постели, приятных снов. С досадой встав, полувлюбленный нежный граф целует руку ей. И что же? Куда кокетство не ведет? Проказница, прости ей, Боже,
тихонько графу руку жмет. Наталья Павловна раздета, стоит Параша перед ней. Друзья мои, Параша это наперсница ее затей. Шьет, моет, вести переносит, поношенных капотов просит. Порою с барином шалит, порой на барина кричит. И лжет пред барыней отважно. Теперь она толкует важно на графе, о делах его не упускает ничего. Бог весть разведать, как успела. Но госпожа и наконец сказала, полно надоело. Спросила кофту и чепец, лепта, и выйти вон велел. Своим слугою между тем и граф раздет уже совсем. Ложится он, сигару просит. Мсье Пикар приносит сигару, бронзовый будильник, щипцы с пружиной, светильник и неразрезанный роман. По себе лежа Вальтер Скотта, глазами пробегает он. Но граф душевно развлечен. Неугомонная забота его тревожит. Мыслит он. Неужто правду я влюблен? Что если можно, а? Забавно. Но однако ж это было складно. Я, кажется, хозяйке мил. И Нулин свечку погасил. Несносный жар его объемлет. Не спится графу, бес не дремлет и дразнит грешную мечтой в нем чувства. Пылкий наш герой воображает очень живо хозяйки взор красноречивый, довольно полный круглый стан, приятный голос. Прямо женский, и царумянец деревенский, здоровье краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной, он помнит точно. Ну точно так, она ему рукой небрежно пожала руку. Он дурак, он должен был остаться с нею, ловить минутную затею. Но время не ушло, теперь отворена, конечно, дверь. И тот, честно, плеча накинув свой пестрый шелковый халат, и стул. Потем, как опрокинув в награде сладостных наград, к Лукреции Тарквини новый отправился на все готовый. Так иногда лукавый кот, жеманный баловень служанки, за мышью крадется снежанки. Зажмурясь, медленно идет, полузажмурясь, подступает, вертит хвостом, хвостом играет, раскинет когти хищных лап, и вмиг бедняжку цап-царап. Влюбленный граф в потемках бродит, дорогу ощупью находит, трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Вот он подходит к заветной двери и слегка жмет ручку медную замка. Дверь тихо-тихо уступает. Он видит, лампа чуть горит и бледно спальню освещает. Хозяйка мирно почивает или притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает, и вдруг упал к ее ногам, а она... Теперь, с позволения, прошу я петербургских дам увидеть ужас пробуждения Натальи Павловны моей и рассудить, что делать ей. Она
Открыв глаза большие, глядит на графа наш герой и сыплет чувства выписные, и дерзновенной рукой коснуться хочет одеяло, совсем смутив ее сначала. Но тут опомнилась она, и гнева гордого полна, впрочем, может быть, и страха, она Тарквиню с размаха дает пощечину. Да-да, пощечину, да и какую! Сгорел наш Нунин со стыда, обиду проглотив такую, не знаю, чем бы кончил он, досадой страшную пылая, но шпиц косматый тут залая прервал параша крепкий сон, заслыша граф ее походку и проклиная свой ночлег и своенравную красотку, постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и параша, проводят остальную ночь? Воображайте, воля ваша. Я не намерен вам помочь. Восстав поутру молчаливо, граф одевается лениво, отделкой розовых ногтей, зевая, занялся небрежно, и галстук вяжет неприлежно, и мокрой щеткой своей не гладит стриженных кудрей. О чем он думает? Не знаю. Но вот его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев неловкий стыд и тайный гнев, идет. Проказница молодая, насмешливый потупив взор и губки алые кусая, заводит скромный разговор о том, о сём. Сперва смущенный, но постепенно ободренный, с улыбкой отвечает граф. Полчаса не проходило, уж он и шутит очень мило, и чуть ли снова не влюблен. Вдруг стук в передний входит. Кто же? Граф, вот мой муж. Ха-ха-ха, мой Боже, душа моя, граф Нулин, рад сердечная. Какая скверная погода, у кузницы я видел ваш вполне готовый экипаж. Ой, какая скверная погода, Наташа там у огорода, мы их затравили, русака, эй! Водки! Граф, прошу отведать, прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать. Не знаю, право, я спешу. И полно, граф, я вас прошу, жена и я, друзьям мы рады. Нет, граф, останьтесь. Но с досады и все надежды потеряв, упрямится несчастный граф. Уж подкрепив себя стаканом, пекар кряхтит за чемоданом, уже коляски и трое слуг несут привинчивать сундук. Совсем запряжена коляска, и граф уехал. Тема сказка могла бы кончиться, друзья, но слово два прибавлю я. Когда коляска ускакала, жена все мужу рассказала. И подвиг графа моего всему соседству описала. Но кто же более всего с Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам. Почему ж? Муж! Как так? Совсем не муж.
Муж очень этим возмущался. Он говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, что графа он визжать заставит, что псами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, помещик 23 лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не диво. Так, а сейчас Лев Николаевич Толстой. Живой Труси. Что? Вторая картина, цыган. Постановка народного артиста Советского Союза, лауреата Ленинской премии Рубе Николаевича Симонова. Вторая картина. У цыган. Маша Протасова. Повеличать бы. Глаз сильный
Артистов. Поэтому давайте им пожелаем удачи. Вот это у нас главное. Только говорить четко и громко. Ну? Ангелина Веденская. Вот. Александра Аверичева. Вот. Анжелика Кирова. Тамара Логвинова. Вадим Громыко.
Какие Георгий Солодовник. Максим Глухов. Владислав Суворов. Какие люди. Антон Бобров. Платон Вересаев. Потому что же наше училище, начиная, не знаю, с Олега Стриженова, вы всех знаете, выпускало просто гордость и красу русской сцены, лицо нации. Да. Два слова, потому что столетие, вот если бы не Рубен Николаевич, который сохранил наш театр Вахтангова, совершил подвиг. Это мой учитель, он меня принял в труппу театра, где я по сей день служу и горжусь тем, что я актриса театра Вахтангова. Вот, ну, вот возился вот с такой козявкой, взял в труппу. И когда мы сыграли с премьеру «Живого трупа», он, а я еще сидела не в почетных гримерках на первом этаже, а на втором этаже, он поднялся ко мне в гримерку, стучался, сказал: «Людочка, я вас поздравляю, я сам, честно говоря, сомневался». Мы занимались очень много, очень долго. Сейчас я не буду блистать, как вы понимаете, колоратуры или еще чем-нибудь. Да. Вот, как Живакинин говорил, чего не возьму, но то покажу. Вот, чего не возьму, то покажу. Значит, один из любимых романсов Рубена Николаевича «Спускалась» — это на слова Александра Сергеевича Пушкина, ну, которого он боготворил, конечно, как и мы все. Вот, это называется «Предчувствие». Разумеется, предчувствие у нас предостаточно в жизни. Вот. Значит, снова тучи. Снова тучи надо мной собрались в вышине. Рог завистливый бедою угрожал. Thank you.
Но не любила, нет, не любила.
меня. Потом началась бесприданница, она мне преследует, какой-то рок. Да, хотела ставить вот нам Шаменко. Рассказал замысел, сказал, конечно, ты не Лариса. Ты уже гудала. Но главное, она все затеяла. Дочками торгует. С Кноровым пожила, с Рыжеватовым пожила, с Паратовым пожила, со всеми пожила. Вот закрутила все дело, а дочек потеряла, сейчас последний торгует. Вот такая была концепция. Ну, тоже не случилось, но романс остался. Значит, что мы поем? Я закутаю
нас найдет она, чья рука меня поранит, чей бокал прольет вино. Как Наумч вам, вот, ну, перед финалом, да? Потом я маленький, ну, просто эпилог, да? Давайте. Спасибо. Для всех эпох больших существует попытка с корабля современности сбросить нафиг то, что да, что было свято, то, что было вечно и так далее. К этому причастны были талантливейшие люди. Ну, и вот мне кажется, что наш театр в этой своей